Эта порода называется Бишон Фризе, что с перевода с французского языка означает кучерявая болонка. Почему кучерявая? Потому что когда шерсть мокрая, она сворачивается такой завиток тугой. Вот. А потом, когда уже сушится и оттягивается пуходеркой, она становится прямая и держит объем. Получаются такие милые пушистики, которые вы видите. Чудесная порода. И люди, когда знакомятся поближе, а тем более, когда заводят одного щенка этой породы, они просто влюбляются до потери пульса. Включая мужчин в том числе, причем мужчины еще больше. Сначала нет-нет, мы не хотим, вот, а потом, когда уже семья, ну, как бы настаивает, то это становится любимицей мужа прежде всего. Моя история, почему выбрала эту породу, потому что я начала выставлять бишона и познакомилась поближе, узнала характер. И влюбилась в характер. Естественно, такая эффектная внешность, она не могла остаться без внимания. Потрясающие собаки в плане комфорта, в плане домашнего вот этого быта. То есть единственный недостаток, если можно так сказать, это белая шерсть, которая требует, ну, немножко больше ухода, чем любая другая. Но если приспособиться и систематически ухаживать, то, ну, все только плюс, все только радует, и внешний вид, он просто реально поднимает настроение. Какие характеристики? Ну, это высокий интеллект, тактичность, любовь к какой, праздник жизни. Ну, то есть, да, вот он реально встречает хозяина, который вышел на 10 минут в магазин, вроде он его не видел там полгода. Многие декоративные породы, они, ну вот, такая легкая какая-то, ну, может, неуверенность в себе, может, какая-то истеричность. В породе бишон нету. Они очень уверены в себе, они самодостаточные, они ненавязчивые, они знают, у них очень развито чувство собственного достоинства. Как мы за ними ухаживаем? Ну, это шоу собаки, которые участвуют в выставках и в шоу. Они должны быть в хорошей шерсти, в ухоженной, которая будет держать груминг, которая будет, ну, это как визитная карточка этой породы. Просто систематически мыть определенными шампунями и расчесывать. После каждой прогулки мыть лапы, в принципе, как и любая другая порода. Просушивать феном, потому что непросушенная шерсть, она собьется в колтуны. И раз в полторы, в две недели, ну, если это шоу собака, желательно мыть. Если это домашний любимец и пэт, у них существуют свои стрижки покороче. Вот, которые требуют вообще еще меньше ухода. В основном пачкаются лапы, а голова, там, корпус, ну, раз в две недели, раз, ну, наверное, все-таки раз в две недели. Потому что приятно смотреть на белую собаку, не на серую или там грязную. Выставки. Best Dog of the Show в городе Аргеев, Молдавия, становится